Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие! У нас сегодня очередной челлендж. Сегодня мы будем рисовать друг друга. Но не просто так, а с закрытыми глазами. Это не важно. Я рисую маму, мама рисует папу. Денис убирает чувственных лучше. А значит, чтобы их проигравшим. Папа рисует папу, а мама рисует маму. Нет, так неинтересно. И давай противоположим. И знаете, что будет с проигравшим? Проигравшему, если это мама будет, то ей рисуем усики. А папе, видимо, делаем макияж. Ну что, поехали? Закрываем глаза. Давай, сколько минут у нас? Ну, как закончишь, так закончишь. Мне хочется пить. Так, я рисую маму. Не, вот ты не будешь папой. Так, нет, папа теперь у нас лысый. Значит, нет, только... ты не будешь маму рисовать. Сейчас каблуки. Не будешь, папа, не надо. Денечка, ну да, я рисую просто. Я дядю рисую, Дени, я дядю рисую. Дядю. Я дядя нарисовал. Ты не будешь, чтобы ты не рисовал дядю. Там какой дядя, мама? Синий дядя. Кто это, мама? Дядя Степа. Неплохо, кстати. Кепку еще надо. Все, ты готова, мам? Да. Давай, снимай маску. Вот он у меня попавший каблук. А у тебя что, кепка? Ну, нормально, что, кепка. Кепка, но немножко не в том месте, уши убежали. А вот это у меня третья нога выросла, что ли? Или руки. А это пуговица, да? Да. Класс. А у тебя, смотри, одна нога уехала. Ну, у тебя голова отскочила, извини. А у меня вот своя шея у меня стула еще соединена. День, тебе какой рисунок больше нравится, мамин или папин? Папа. Пока папа ходил за маминой косметикой, мама с Дэном подписали папу и маму. Только это на самом деле рисовал папа, это не папа нарисовал. Так, ну что, рисуем? Усики маме рисуем. Мама же проиграла. Будет у нас и бородку сейчас еще. Бородку? Я что, капитан Джек Воробей? Угу. Теперь у нас двое бородатых в семье. Папа и мама. Ну, сегодня папа wins, мама lose. Друзья, ну а мы с вами прощаемся. Впереди еще будет много веселых и прикольных челленджей. Ставьте нам пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. До новых встреч, друзья! Пока-пока! Покажи колокольчик. Лучше поцелуйчик. Нет, покажи один колокольчик. А колокольчик вот здесь. Вот здесь.